В Рубцовске ремонтируют дороги сразу на 5 улицах. Город получил из краевого бюджета 70 миллионов рублей, еще 10 вложил муниципалитет. Общую сумму направили на обновление самой проблемной западной зоны Рубцовска. Сейчас ремонт идет на улице Полевой. Старый асфальт срезают, затем укладывают 2 слоя нового покрытия. Работы на этом участке обойдутся в 25 миллионов рублей. Дело в том, что Полевая пересекается с улицей Зорги, которую тоже обновят на 2 участках. Эти улицы располагаются в частном секторе Рубцовска, поэтому движению транспорта ремонт не мешает, и работы ведут в дневное время. Дорожники объясняют, ремонт начался довольно поздно, поэтому через пару недель замедлить процесс может погода. Есть и еще одна сложность. На данный момент идет проблема с поставкой каменных материалов. То есть забираем с Весноярского щепзавода, с ближайших карьеров практически все, то, что они надолбили. Вот этом есть проблема. Всего в списке на ремонт заявлены улицы Полевая, Зорге, Заводская, Октябрьская и проспект Комсомольский. Последний объект уже сдан. Остальные планируют завершить к концу октября. Всего в городе обновят 4 километра дорог.